О том, что слово не воробей, эти ребята и так прекрасно знают. Но зачастую подростки испытывают трудности в коммуникациях со сверстниками. Чтобы научить школьников общению и навыкам переговоров, в Химках стартует проект «Равные равному». На приветственной лекции ребятам рассказали, что их ждет на курсе и какие знания они могут вынести из проекта. Занятия бесплатные. Программа «Равные равному» она именно направлена на то, чтобы развивать молодежь, подростков нашего городского округа. Они могут найти себя, выразить свою личность, сформироваться. Тренинг-курс состоит из 24 занятий, на которых подростки научатся строить отношения и налаживать социальные коммуникации. Они смогут изучить различные психологические приемы и научатся брать ответственность за свой выбор. Мы все прекрасно понимаем, что если ребенок попал в не совсем правильную ситуацию жизненную, находится в социально неправильной семье, естественно, ему нужна помощь. И поэтому мы всячески, всеми возможностями стараемся помочь. Проект «Равный равному» – победитель всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства. Именно в подростковом возрасте уже формируется личность. И сегодня мы узнаем, как можно с детьми работать в этом направлении. Такие очень важные направления. Это и предприимчивость, это и деловитость. Деловые коммуникации – это только часть курса. Также ребят научат следить за своим здоровьем, расскажут, как правильно принимать решения и проведут лекции по половому воспитанию.